Что у нас? Так, это мы в чемпионате. Так, скорость, speed, distance. Ага. Так, следующая гонка. Абу-Даби, да? Прогноз погоды. Ой-о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 й
Четвертом, да? Да и черт с ним. Стратегия. 4 пит-стоп. Вот так вот, да, у нас? Окей. Что? Вот у нас Абу-Даби. Higher than sixth place. Странно. Что-то мне кажется, сегодня нас будут подтрахивать, блин. Что-то мне кажется, сегодня будут нас подтрахивать. Стартуем на четвертом месте мы, да? Но эту трассу я очень хорошо знаю. Очень хорошо знаю. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Эту трассу я очень хорошо знаю. Зря на суперсов поставил, он сгорит у нее. Зря. Ой, охлаждаемся, здесь же ж, это ж Абу-Даби. Twenty-five degrees. Unbelievable. Здесь надо на этой трассе most wanted control temperature. Здесь самое главное контролировать температуру. Это нас сейчас обойдет, но пока мы будем ее держать. Пока ДРС крыла нету, будем ее держать. Будем ее держать. А на следующем круге мы ее пропустим. На следующем круге мы ее пропустим, чтобы зацепиться за крыло. Пока просто держим ее. Пока просто держим и стараемся сделать отрывчик. И главное, не перегреваем резину. Здесь жара, Абу-Даби, здесь очень сложно контролить. Так, нам нужно ее пропускать начинать. Она не хочет, да? Ну, тогда будем пробовать выкачивать с нее керс. Оп. Пропустить ее. Не хочет, сучка. Драная. Мне понравилось, что этот потратил керсик. Не надо нас обходить. Но эту мы не отпустим, сосильвочку. Сосильвочку мы сейчас не отпустим. Мы сейчас постараемся не прогреть резину сильно, чтобы не перегрелась резина у нас. И постараемся сейчас после этого ДРС крыла, после этого попробовать уйти вперед. Так, сколько у нас отрыв у нее? 0,75. Пока мы в крыле. Это хорошо, что он тратит керсик. Охлаждаемся.
Теперь попробуем. Она в сети вообще, надо было посмотреть. Ой, у нас перегревчик. Сейчас будем скиллуху включать. Оп. 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 Но она уже не в крыле. Оп. Она уже не в крыле. Она уже не в крыле. Сейчас ее этот потрахнет. Сейчас это ее потрахнет. Нам нужно охладиться. Охладиться нужно. Кулинг. Кулинг. Сейчас теперь надо с этого гуся выкачать керсик. Он поедет что? На три пит-стопа. Ну, здесь использовать суперсофт, ну, это тупость. Только если, только в одном случае, если правила лиги обязуют гонщика использовать... половину керса он потратил уже, идиот. Stupid idiot. Stupid idiot. No lags, no lags, please. Нас опять выкинуло. Это дебильная. Это дебильный сервер нас выкинул. Вот видите, сейчас бы мы бы вместе с ними цеплялись. Вот мы потеряли сейчас сколько. Ой-ой-ой-ой-ой. Сколько мы сейчас потеряли? Он, конечно, попер. Он, конечно, попер. Этот поедет на пит-стоп сейчас, понятно. Вот и все. Вот мы в жопе, да? Two all seven. Run for number one. 163. Stupid legs. Stupid legs. Сейчас надо его догнать, попробовать зацепиться. Давай, 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 давай. Я согласен. Я согласен. Окей, good boy, good boy. Good boy. Spend your boost. Good boy. Spend your boost. Так, мы сейчас поедем на пит-стоп уже, да? Что у нас? 2.7, да? 2.07. 7. Последний круг, да? Нет, сейчас мы будем за тебя цепляться. Угу. Окей. Окей. Good boy. Stupid idea. 10.7. Мне интересно, когда он на пит-стоп пойдет.
Вот это мне очень интересно будет посмотреть. 10,7. Так, он попер дальше. Так, у нас что? 10,5. Окей, good. 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 Good, good, good. Так, нам бы сейчас выехать бы, чтобы зацепиться. Отлично. Good, very good. Very, very good. Very, very good. Very, very good. Да я согласен. Главное, чтобы вы меня тягали. Ради бога. Ради бога. Нет, тебя надо обгонять. Окей. Окей. Он пошел дальше. Он пошел дальше. Окей. А вы меня потягаете еще. А вы меня еще потягаете. Okay. No, 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 no. What are you doing? Так, ну они меня сдерживают, эти ослики. Вот эти ослики. Главное не перегреваться. Control temperature. Control temperature. Control temperature. Так, вот наш касатик заехал. Этот пойдет на 3 пит-стопа. Это понятно. Это понятно, это хорошо. Сейчас мы этого потрахнем. Он не будет керсовать? Нет, не будет керсовать. Сейчас мы этого потрахнем. Блин, нам надо за эту толпу цепляться. Нам надо цепляться за эту толпу. За вот эту толпу нам надо цепляться. Лишь бы они не поехали сейчас на пит-стоп. Они сейчас не поехали на пит-стоп. А, вот этот заехал. Отлично. Good. Very good. Very good. Fucking shit. Ага. Wow, very good. Very, very good. Very, very good. Very, very good. Так, он на чем идет? На софтике, да? Отлично. Все, будем уходить от тебя. Надо делать отрыв. Надо делать отрывчик. Control temperature. А тебе уже подкерсовывать нечем, да? Мой золотой. Тебе уже подкерсовывать нечем, да? Нечем подкерсовывать. Нечем подкерсовывать. Не-не-не, ребята, мы попрощаемся с вами со всеми сейчас. Мы со всеми с вами попрощаемся сейчас. Мы со всеми с вами сейчас будем прощаться. Little pause. Control temperature. Control temperature. Control temperature. 6,55. A little pause. Last pit stop and go to finish. Go to finish. И
22nd place. No, first. 22nd. Какой-то читачок, по-моему. Что-то он мне какого-то читачка напоминает. Что-то мне непонятно вообще, что-то с ним не так. С первым номером. Он вообще уходит в точку. Хотя у меня свежая резина, топливо у нас одинаково, и он уходит в точку. Почему? А? Вот, смотрите, по секунде он отыгрывает, по секунде. Что это за бред? Что, он поедет сейчас на пит-стоп? Сомневаюсь. Сомневаюсь я. Да, у него такой пит-стоп не собирается. Почему он так летит? Непонятно. Может, он поставит, еще поедет на один пит-стоп и поставит. Ой, зацепился там. Зацепился там. Поставит суперсофт. Только одно объяснение. Что он сейчас едет на пит-стоп. Что он сейчас едет на пит-стоп. И там ставит суперсофт. Потому что такой темп у него не может быть. Да. Да. Как я и думал. Как я и думал. И мы не успеваем, да, его догнать. Ну как так получается? Ой-ой-ой, отлично, отлично. И что ты поставил, суперсофт? Что ты поставил, суперсофт, мой золотой? Опять софт? Интересно, что за бред. Так, что теперь с керцем? Стока, стока, одинаково, да? Ну давай, скиллуху, Игорек, давай, Игоречек. Скиллуху теперь надо показывать. Теперь только на скиллухе мы можем что-то сделать. Он, конечно, вообще тупую тактику выбрал, вообще идиотскую. Он вообще, да я не могу вообще от него уйти, смотрите. Смотрите. Он сейчас уйдет от меня. Он сейчас от меня уйдет. Он сейчас от меня уйдет. У него быстрее темп. Почему, непонятно. Почему, непонятно. Что, будем надеяться, что он перегреется? Навряд ли. Навряд ли. Навряд ли он перегреется. Если сейчас он начнет, а он вот от меня уходит. Если он сейчас начнет от меня уходить, все, попрощались мы. А он уходит. Как так? Я не могу понять вообще. Я не могу понять. I can't understand. Таня, ну все. Он ушел. Он ушел в точку. И мы ничего не сделаем с ним. Ничего мы с ним не сделаем. Сейчас он еще здесь подкерсует.
да? А мы этого обгоним сейчас кругового, да? Мы за него не зацепимся, я так понимаю. Опять у нас не фарт пошел, да? Давайте охладимся, попробуем зацепиться все-таки за этого 25-ку. За этого 25-ку попробуем зацепиться. Не обгоняй только его, дура. Ну вот давайте посмотрим теперь темп. Сколько у нас? 2,99, да? 2,99. Ой, у него круговой впереди, сейчас он будет цепляться. Сейчас он будет цепляться за него. Подкирсовываешь туда, но я пока не буду. Я пока не буду. До 23-го надо цепляться любой ценой. Любой ценой. Так, что у нас? 54-й круг, да? У него больше керца осталось, да? У него осталось больше керца, да? Бледина, бледина! Фу, мразь! Чуть-чуть нам не хватило. Фу. У нас пошел бешеный перегрев. Чуть-чуть нам не хватило. Чуть-чуть бы еще процентов 5-10 бы керцевых буста. Окей, окей. Так, на втором месте следующая Next Race Canada. Что у нас тут? 7-4-3. Good. Rain. Следующая гонка. Прогноз погоды. Rain. Rain. Лига. Что у нас по очкам? Road Academy 87, 157, 98, 60 очков, 60 points. Что, все?